Какая-то защита есть от этого. Ну, мне порекомендовали там программку одну, которая типа пинг уменьшает. И попутно еще. Ну, типа. Сложнее носить. Потому что смена айпишника, она не помогает. Там айпишник пробить, короче, как оказалось, вообще ерунда. В любой ситуации. Скажи, пока не лагает, как ход прошел. Ну, взяли к концу, вторая тоже максималка оказалась. Короче, все. 8 ангелов, и сейчас еще одну к концу 24 возьмем. Все здорово. И что тоже немаловажно. Ведомине дали дипломатию. Кстати, насчет Дудоса, там вычислить по IP, если это тот дурачок, который появлялся, когда там, позавчера, да, который в Dota Community там известен, типа, у мамки я Дудосер, можно, кстати, пожаловаться на его канал, по идее. Его зовут... Ваша, что еще за дурачок может быть? Может быть, этот, который из Белой Церкви, я хер знаю. Но тогда именно этот кретин устраивал. Если я найду его канал. На Твиче там можно написать репорт, что, собственно, данный канал занимается DOS-атаками. Ну, может, кто-то не пожаловался. Сейчас я скину ссылочку. Без пруфов они ничего не сделают. Ну, если будет много репортов, то это как минимум заставит обратить внимание.
Так, вот этот канал этого дурачка. Дурачок, не надо дудосить тварину. Уже будет. Откуда уверенность, что дудос? Уверенность есть. Ты всем свои IP выдаешь. Как оказалось, IP узнается вообще легко. Не буду говорить как, чтобы не плодить еще юных дарований. Тут дурачков тут маленьких хватает, у которых мозгов мало. Ну, также вот и группа ВКонтакте есть у этого персонажа. Можно группу ВКонтакте, кстати, тоже прибанить. Как? Так а ты от этого никак не защитишься. Ну то есть постоянно менять айпишник, дело напалить новый IP там нескольких минут. Да, дипломовый на минус. Даже в офлайн в скайпе узнается. Не нужен онлайн. В том-то и прикол. Я тоже удивлен, что сегодня оно по-другому, но стопудово это не провайдер, не может. У меня интернет работает нормально, то есть я как бы открываю сейчас. Все хорошо, ниоткуда не возьмись, не может такого быть. Не было такого никогда. Возможно, просто как бы, если это можно каким-то образом регулировать, то есть это... Ну, специально целенаправленно не ложит весь интернет, а типа частично, чтобы стрим забили. Так, скорее всего, проблема в маршруте. Трассер через CMD сделай. Отличные слова, которых я раньше никогда не слышал. Я ничего не сделаю, потому что я в этом ничего не понимаю. Забейте, ребят, не было такого никогда. Какие твичевские серваки? Тем более, что стрим идет на ГГ, а с ГГ уже рестрим на Twitch. На ГГ то же самое.
Миди, это все полная ерунда. Я тебе еще раз говорю, у меня на старом провайдере были DOS-атаки. Это официально подтверждал провайдер. Точно такие же истории были пару дней назад вот с этим Атакиным. Это DOS-атака. Ну что вы мне рассказываете? Я, конечно, в этом мало что понимаю, но уже повидал. Что, спасибо, ребята, за истории веселые. Так.